какими полномочиями обладает прокурор в уголовном процессе? Как обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов и есть ли в этом смысл? Что может предпринять обвинитель, не согласный с вынесенным приговором? Разъясняет заместитель прокурора Красноглинского района города Самары Роман Сухоруков. Смотрите программу «Прокурор в теме» 26 августа в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».